Национальная научная библиотека представляет электронный проект «История в лицах», автор проекта Музаев Георгий, главный библиограф отдела художественной литературы. Книжная серия издательства «Терра» под названием «Тайны истории» в романах, повестях и документах насчитывает более 100 книг. Произведение Жана Ламбара «Византия» представляет классический образец жанра исторического романа. В нем есть все, что может увлечь даже самого искушенного читателя. Следующая книга иллюстрирует переломное время в истории России. Романы Александра Антонова «Великий государь» и Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русский» в 1612 году повествуют о смутном времени. Для любителей историко-приключенческой литературы у нас найдется немало книг, но мы остановимся на сборнике, в который вошли три романа: «Вокруг тиары» Эмиля Гепгарта, «Две любви» Морион Кроуфорда и «Андроник Комин» Ионеса Первоноглу. Из этой же серии можно ознакомиться с книгой, в которую вошли два исторических романа: «Жорж Ано. Смерть консулу» и «Карл Францель. Люцифер», действие которых происходит в Европе в начале XIX века, во времена, навечно связанные в памяти поколения с именем Наполеона. Издательство «Терра» в 1995 году выпустило очередной том из этой серии. Александру Ивановну Соколову, издававшуюся под псевдонимом «Синее домино», знала вся читающая Россия. В книгу включены три ее романа из числа самых популярных: «Тайна царско-сельского дворца», «Царский каприз» и «Царское гадание». С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте нашей библиотеки в разделе «Электронный проект».